вышла след книга Эльмиры Ахундовой, называется «Портрет президента на фоне перемен». Она посвящена президенту Азербайджанской республики Эрамдару Шариеву. Азербайджан живет и уверенно движется вперед под руководством президента Ильхама Алиева, что на нас даже крайне важно. Не скрою, и дата сегодняшнего Сочи презентации была выбрана не случайно, где-то календарь 24 декабря. Для тех, кто знает биографию президента Азербайджана, знает, что это день его рождения. У нас здесь весьма на представительный состав участников, которые любезно пригласили участвовать в нашей следующей встрече. И прежде всего я хотел бы начать с Сергея Садовича, академика, ректора Московского государственного университета, человек, которого все знают, он не знает особых представлений, он неоднократно встречался с Рамом Бедаровичем, у них есть много было общих встреч, разговоров, дискуссий, поэтому я с особым удовольствием... Здравствуйте. Вот. Я с удовольствием представляю вам Анатолия Васильевича Таркунова, академика, ректора Московского государственного международного института университета международных отношений. Ну, во-первых, это алма-матер для президента Ильхама Алиева. Во-вторых, Анатолий Васильевич уже несколько десятилетий непосредственно связан с Азербайджаном. И не случайно, и символично, и закономерно, что первый слет, первый съезд выпускников ГИМО за все годы проходил именно в Баку, и это было по приглашению президента Азербайджана, ну а возглавил за делегацию, естественно, всего ГИМО сам Анатолий Васильевич. Я хочу сказать, что книга открывается такой небольшой экскурсом, небольшим экскурсом в биографию и биографию родителей, о семье, и это тоже очень значимо. Первые страницы книги, рассказы о семье, они как бы настраивают сразу и дают понимать, что перед нами будет глубокий свет. Мне бы было в честь жизни знать хорошо Гитара Ильича, хорошо знать духовно Ильхама Гидаровича, я хорошо знаю Михрибана Ханум, Наргиз Ханум, уважаемого посла, Паллада и это наши друзья. Поэтому легко говорить вот об этих людях, потому что мы хорошо знаем. Я хочу вспомнить только один эпизод с моего многократных общений с Гайдаром Ильичем. Он и почетный доктор, и почетный профессор Московского университета Гайдар Ильич. И читал лекции в актовом зале, пел хор, мы вместе с хором становились и пели песни. Вот. Но уже вот в последние годы он назначил мне встречу. Баку. Я приехал, был после университета, и встреча была назначена поздно вечером, и протокол говорил, что это не было, чем полчаса, уже поздно, да. Когда я зашел, вот проверьте, встреча длилась более 3 часов, причем это был разговор, вот человек, который хотел очень много вспомнить из истории Советского Союза, вспоминал друзей, людей, в общем, все помню, колоссальная память. И вот я рассказал и о том, как мы слушали его выступление на съезде работников высшего образования, когда он был в Совете министров с докладом, а я реализовал там был план, вот его предложение, И вот я хочу сказать, что вот эта обстановка семейная, вот это умение отца, сыну передать, воспитать, я думаю, вот это и есть.